выразился нецензурной брани? В чей адрес? В наш адрес. Выразились вот из этих магазинов. Кто-то из них выразился о такой нецензурной брани, я вот честно не помню. Если вы не помните, на основании чего тогда вы причиняли телесное повреждение? Что потерпевший вам такого сказал, что его избивали? Я находился в состоянии алкогольного опьянения.